всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, крошка, крошка, сок, яблочный кокос, как всегда, очень много классных подписчиков, пацаны, скажите крутые слова. Всем привет. Здорово всем. Всем привет. Сегодня у нас очень классная рубрика, потому что у нас будет подписчик брать любого NPC, любого пилпа, какого он хочет, он должен будет защищать эти классные оружия, а мы должны были эти оружия взять и замочить его. Если опять кушайте, приятного аппетита. А мы тестируем новый режим. Пацаны, вы оружие наворовали, пока приветствие записывал? Конечно. Я тоже так сделал. Как будто, знаете, отвод глаз, но оружие наворовал. Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день, и мы записываем классные рубрики, которые вы, в принципе, тоже пишите нам в комментариях. Наказываю, наказываю его. Слышь, может нам потом сделать режим, когда мы будем все маньяки против аниматроника? Это будет жестко вообще. Блин, все-таки достал, я так классно паркурил, Бенни хопил, но Диперу чего-то не хватило. Умения и таланта. Что-то такой жесткий, крошка-крошка. Пацаны, давайте возьмем РПГ и будем сдалека с РПГшки фигачить. Давай. А ну иди ты, проказник. Он с той стороны. Воду разочек лупанем. Почему в этой стороне? Брызги поделаем. А. Кстати, вы слышали, когда взрываются под водой, звуки изменили? Раньше такого звука не было. Да. Или это свойство карты, потому что здесь как бы эхо какое-то странное. Давайте немножечко вот так сделаем. Типа я так и раньше и ходил здесь. А тут вообще можно эти бортики подниматься как-то вверх? Да, вот. А, я вижу, да? Нет, не вижу. А что тут? Ступеньки где-то? Тут нельзя вроде подняться. Я этим модом спайдер-модом. А-а-а, спайдер-модом. Да, без ноуклипа, честно. Так, давайте я отключу ноуклип, потому что реально это не честно. А, он и так отключен, замечательно. Так, что-то я бегаю, не могу найти этого Челикса. Вот там он. Я вспомнил, пацаны бегают, мочат его. Так, сейчас мы тоже себе оружку возьмем. Будем с РПГ его гасить. Все. Убили его? Нет. Сколько у него жизни, вы видите? Видите. Ой. Так, сколько у него О, да, у него мало жизни. Давайте уже добиваем его, пацаны. И оружие берем, быстро оружие все собираем. Бежим за оружкой. Вот вы бегаете, по вам попасть сложно. Так в этом и есть прикол. Блин, ну все-таки достал. Блин, прикольный режим получился. Очень динамичный. Короче, почему? Поставлю я здесь спауны, почему? Чтобы далеко не бегать. Да, давай, говори. А почему попасть? Я его нажимаю? Не знаю. Нашим световым мечом больно бьет. Да. О, вот. Пацаны, давайте добавим немножко зрелищности. Хотите? Давай. Вот как-то так, пацаны. Это сейчас будет. Пушки падают. Что? Ой. Пацаны, все, выдвигаемся. Он нас не увидит. Прикольно получилось. За это можно с Вандербу сделать еще. За это надо лайк сразу ставить. За такие прикольные режимы. Вообще крутой банихоп просто. С двойным прыжком, да. Вообще кайфово. Отвали от меня, бомжара! Отвали! Ой, слишком. Нет, нет. Там, короче, с дробовиком вообще нормально хпсно. А, тут у меня, это фигня, короче, спавнится. Я, блин, убегаю реально долго. Пацаны, мочите его, пока он за мной бегает. За тобой, да. Убил. Я сам себя убил. У меня жизни потратились просто. Так, знаете что? Надо, мне кажется, оружие еще немножко добавить в серию Сэма. Не хватает эпичных оружий. О, сейчас начнется веселье.
хватает снайперских винтовок. Снайперских винтовок? Не то? Вот, пацаны, снайперские винтовки, держите. Ну, тут с кокосом выкидай. Вы с кокосом вообще... Блин, он меня убило! Так, сейчас давайте все-таки мы положим здесь снайпера. А че такие, разве можно оружие? Ну да, это Serious Sam, все, пак, че? Сейчас будем со снайперки тебя, короче, мочить сдалека-сдалека. Наказывать тебя будем. На. Я же говорю, дотягиваться. Ах ты, нифига себе. Так нельзя играть. Только я так люблю играть. Вообще не попадаю. Вообще не можешь попасть? Очень сильно быстро. Либо аниматроник конь. Я свалился. Прекрасно. Сейчас мы немножечко накадаем бомб. Ух ты! Ничего себе! Мочишь, что ли? У него осталось совсем немного. Нормально. Сейчас мы так задымим здесь и бомбочку жахнем. И тогда они все активируются. Будет жопа. Камон! Да ты чё такой жесткий? Так, пацаны, я сейчас... Я понял. План Б. Ой, еще оружие ваше воровать. Пацаны, убегайте с этого поля битвы. Все убегайте, быстрей. А я живой. Я живой. Это было сильно. Один помер, нормально. Я активировал, короче, все эти фиолетовые гранаты. Сейчас будет жопа. Он живой, да, он живой. Вот. Базука, базука, это сильная вещь. Так, где он? Это у нас сегодня чистая ПВП. Один аниматроник против пятерых. Интересно, как ты. Блин, крутое мясо. Ой, сам себя оглушил. Короче, если мы его убьем, из него сделаем мясо. Парни. Нифига себе, на тебя там этих снарядов летит. Просто триллион штук. Так, пацан. Ах ты... Почему ты меня постоянно убиваешь так сильно? Я с первого лица сделал. Первое лицо удобнее. На в английскую, да, нажал? Да. Понял. Слышишь? Зря. Ой, зря ты так с нами. Я ваши снаряды могу лопать. Да? Давайте. Пацаны, спускаемся вниз. Я задымил зеленого. У меня 1000 хп осталось, немножко. 1000, да? Да, 1000. Еще 200. Да, короче, если он умирает, мы взрываем очную какую-то бомбу. Или в следующий раз может сделать нам защиту ядерной бомбы. Короче, и своих мочу, и чужих всех мочу. А и он тоже всех мочит. Жалко, сам себя не мочит. Да. Печально. Вот это было бы хорошо. Пацаны, выходите оттуда. Ой. Ого, я аж слетел. Нифига Мас, себе. Мас, он вообще на поле, он не там, блин, добавил. А, он не там? Да. Камон. Нифига себе, меня откидывают взрывом. Всю карту, бежи, просто. Бежи, бежи, бежи. Норм или не? 500 хп осталось. Пацаны, сейчас будет вообще просто эпические какие-то кадры. Ох, жесть. Уйди, негодяй. Ой, они сейчас тут активируются в этом проходе. Я активировал одну. Ой-ой-ой. О, так мы еще как-то никогда не делали. Ой, они там полетели. Нет, Димас. Вот это жесть. Ну что, пацаны, делаем в конце эпик.
Опять бомба? Конечно. Ну конечно, какой-то ролик будет. Сейчас взорвем те бомбы, которые мы еще не взрывали. Если ролик без эпика, это не ролик. Пошла, пошла, пошла жара. Я буду звезды. Не, что-то знаете, пацаны, слабо. Я думал, будет сильнее. Сейчас, да. Хорошо. Миша, все фигня, ну, давай по новой. Еще разок, бомбу. Еще разок, летят, летят. У тебя будет бомба. Нет, чуть слабо тоже. О, почти все снесло. Все, пацаны, я понял, какую надо бомбу. Ого, я вспомнил. Я... Вот, пацаны, нашел. Тестовая мощная бомба. Давай. Это будет очень сильно, потому что они реально такие дебелые. Я ловлю. Ой, головой. О-о-о. Главное, что не вылетело на рабочий стол, но это было просто жестоко. Это дико. Привет, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Пока. И бомбу еще в конце. Маленькую ядерную. Вообще топ-контент. Delicious.